Вот другой красноярский водитель, наоборот, стал героем интернета. На этих кадрах видно, как мужчина за рулем иномарки высовывается из окна, чтобы поставить бутылку на проезжую часть. В знак недовольства ему сигналят другие шоферы. Несмотря на это, он все же оставляет мусор. Не выдержав, водитель впереди стоящей машины выходит и возвращает бутылку владельцу в салон, а затем уезжает. Пользователи интернета поддержали поступок красноярца. Ролик набрал уже больше 60 тысяч просмотров.